Видите? Вот он Байкал, вон они волны байкальские. Ольхон в тумане. На Байкале только еще все распускается, видите, ольха вот, вот она, только-только все распускается. Видите? Вон он Байкал. Это недалеко от Гремячего. Ярце место называется. Видите, сколько ручейников много? Вон он. Вон вода Байкала. Вот это наш костер здесь горит, стол, все уже оборудовано. Вот это все дело. Вот Василий идет чай, вот там было НЛО, он за теми сопками, это гарантированно. Вот пролетали мы над этими тоже горами, вот это один рукав, а туда уходит другой рукав. Поросенок, так называемый сазан, вот его сейчас будем кушать. Вот бутылка водки с маркой. Вот так вот. Все, ее убрали. Все. Еще раз.
Вот здесь линки ловится. Василич, ты проверяй, я тебя сфотографирую там. А? Но? Сейчас посмотрим. Силич проверяет невод наш. Ничего нету. Что было, попалось? Три штуки, да? Четыре. Четыре попалось. Все, пуст. Ну вот, один харис, три линка. А все пусто. Что было в ямке, все, да? Не вступила в своих права. Видите, лед лежит. Утки плавают. По Байкалу. Это место, где мы остановились на рыбалку. Здесь в летнее время стоит наш корабль. Вот. Это берег вот этот, байкальский. Это туда на север, еще лед. Видите, сколько льда еще? Еще зима не отдает свои права. Так, а это кто летит? Утки летят. Ой, что-то глаз. А это речка. Ой. Речка бежит, впадает в Байкал, Черемшана. Вот такие пироги здесь. Что-то глаза ест совсем. Дымом или чем. А это берег на юг Байкала. Вот она река. Берегите лес от пожара, видимо, здесь написано. Ой. И вот какие горы здесь. Ой, совсем человек. Ой. Все, кругом снег. Вот, где прекрасные места. Дикие, 25 миллионов лет им, эти места. А это мы. Это мы. Наша палатка. Наше место, наши удочки, наша речка. Пока речка наша. Нажал, смотри, вот рыбак у нас настоящий. Смотри, вот. Какую рыбу он вот поймал. Добытая с полпятого. Время да. Там указано. На камере. 31.05.02. Вот эти добытые Владимиром Александровичем, но я хвастаюсь, ну а что сделать? Больше нету, пока нету. Завтра будет видно. Идет замер. 59, 60. 60 сантиметров. 60 сантиметров да. Линок. А второй? Этот 50. 50. 50 тоже. Закат солнца на Байкале. Смотрите. Это та сторона. Как четко, красиво видно ее. Видите? Вон он закат. Розовая вода.
Вон ребята рыбачат. Что такое у них? Что-то воду утирает. Вечерние сумерки. Время 21:56. Это по старому образцу. От холода и всего на свете. Это уже почти ночь. И вон еще один костер у нас. Видите? А там он далеко-далеко. Вон там святой нос. Святой нос. Хмурое утро 2002 года. Зима в своих правах. Очень холодно. Он какое-то плавсредство плывет по траверзе Святого Носа. Но посмотрим и увидим, что там плывет к нам сюда. И плывет, и идет. Так. Жарю сазана. Вон он. Копченый. Не знаю, что будет. Это на завтрак. И чай. Ахмат. Пока все. По курсу плавсредства. Без опознавательных знаков. Ем красную икру утром ложками. Вон. Закусываем под водочку. Вон она, икра. Сплошной холестерин. Сплошной холестерин едим. Солнце выглянуло на него. Видите? Это верхнее изголовье. Вот оттуда, откуда-то пароход пришел. Таган. Вот она красота. Видите? Рыбачат ребята. Вот это знаменитый перекат, он тот. Сейчас мы его поближе посмотрим. Вон он. Вон каменюка. Какая лежит. Где Басилов стоял? Не, а тот-то скрытый каменюка. Не, я вон тот дальний. Где Максимов стоял? Ну давай, я сейчас вспоминаю, ты застрелил. Хотел бы я это дело все. Зафиксировать. Зафиксировать. Но... Нет постоянных людей. Да почему людей? Рыбы нет. Люди есть. Нету рыбы. Вон уточки. Свадьбу играют.
А где еще две? А вон они. Вон. Жениться хотят. Батское счастье. Видите, какие красавцы лежат. Вот они. Ленки Хариза. Вот так вот. Стоит пережить все трудности всякие разные, чтобы попасть сюда и поймать вот такую рыбу. Зима на Байкале в полном разгаре. Весной еще почти что и не пахнет. Видите, сколько? Так называемый паковый лед. Видите, сколько льда? Целые айсберги. Это та сторона Иркутская. Тоже вся в снегу. Тоже холодно. Вон она, та сторона. Птицы. Или не птицы это? Непонятное дело. Вон сколько льда. Вот там где-то ходят медведи. Кучами, говорят. Вчера приезжали на лодках. Рыбоохрану, охотоохрану. И говорили. Много очень медведей. Прекрасная окрестность. Прекрасно. Вот такие высокие окрестности. Вот сюда меня вынесло на лодке. Вот за этой горой все время летала НЛО. Это я очень серьезно заявляю. Вчера тоже летела ночью НЛО. Тоже летела. Утро другого дня. 2-е число. Вон они, рыбаки, стоят. Хотят рыбачить. Хотят добыть рыбу. Вот здесь рыба ленки стоит вот в этом месте. Вот она. Видите, как Байкал бушует? В какое-то время бывает. Видите, что он делает, выносит на берег. Вот какой берег крутой здесь, у Байкала. Опять лед плавает. Но север есть север. Вон кедры стоят. Речка, все туман там, видимо. Вон каменюки. Вот здесь медведь был. Вот под этим кустиком, вот здесь. Когда вода маленькая, там бревно вот так лежит. Вот на этом бревне. Видите, какой перепад уровня. Следующий рейс наш будет. Подготавливают новую площадку. Вот. Прилетел за нами. Все. До свидания, река Черемшан.